выше всякой крыши. И это очень прикольно, очень весело. Потому что, например, когда я вчера вернулась домой, мои две прыгали выше потолка, их абсолютно было невозможно загнать. Правда, под конец они разрыдались, сказали, мы хотим в кроватке. Вот. Я это прекрасно понимаю, потому что у нас у всех после концертов вообще регулярно такое бывает, что вся группа мельница прыгает до потолка, а потом вот это вот в кроватке. Да. То есть это значит, наверное, что мы все в чем-то, мы в мельнице просто все в чем-то дети, да, то есть мы еще не вышли из дошкольного возраста. Но, вопреки всему, сейчас мы сыграем песню, которая была мною написана в 1993 году. Крупной солью струбит свет обычай крови, слова память древней
Ой, классно.